Всем доброе утро! Я рада приветствовать вас на своем канале. Я начинаю новый влог и начинаю его с приготовления завтрака. Сегодня на завтрак моя семья захотела яичные рулетики. В нашей семье кто-то не ест омлет, кто-то не ест глазунью. Поэтому пришлось искать новые формы яичницы, чтобы она всех устроила. Яичные рулетики очень хорошо вписались в наше меню. Сейчас хочу сделать очередную распаковочку с Wildberries. Сегодня не так много у меня покупок, чтобы для этого записывать отдельное видео. Поэтому все хочу уместить в этом влоге. Просто показать, как я сама себе поднимаю настроение. Потому что если сама себе не сделаешь это новогоднее настроение, никто тебе его уже не сделает. Так, ну что у нас связано с Новым годом? Естественно, олени. Это комплект постельного белья, красный, с олешками. Не знаю, как по качеству, стоил он недорого. В отзывах было написано, что качество хорошее. Поэтому я думаю, что я на Новый год поменяю на вот этот комплект белья и оставлю до следующего года. Потому что, ну, летом как-то такой комплект, знаете, не камильфо. Так, ну и пижама. Новогодняя пижама. Планирую одеть в Новый год, быть в уютной домашней пижамке. В этом году, как ни странно, моя семья меня уговаривает куда-то поехать. Но я говорю, я не знаю.
Во-первых, все от погоды будет зависеть. У нас дожди передают. Так, вот такие штанцы. Такие довольно легкие. Пижама не утепленная. И такая кофта. Я, кстати, не мерила, я даже не знаю, подойдет она мне или нет. И вот такие клетчатые штаны. Большая моя слабость. Клетка – это вот прям моя слабость. Я не знаю, это уже какие в коллекции будут. Зеленая клетка, красная клетка. Эти тоже трикотажные. Я думала, они байковые. Что-то я то ли пролетела. Тоже тонкий трикотаж. Слушайте, я пролетела, похоже. Я не такого качества заказывала. Хотела заказать. То ли не посмотрела. Так, ну, в общем, я все померяю. Так, и вот такой стаканчик чисто случайно наткнулась и увидела, что таких стаканчиков там очень большое разнообразие, вырасти дерево там. Ну, собственно, первое, что я увидела, это вырасти сосну к Новому году. Но я так уже поняла, что сосна-то у меня к Новому году не вырастет, поэтому я решила взять кактусы. Не знаю, очень интересно. Я никогда раньше не выращивала кактусы из семян. И вообще не уверена, конечно, в этом эксперименте, что что-то получится в его успехе. Но попробую. Так, ну и я жертва рекламы. В ТикТоке, может быть, видели, все девочки начали массово скупать, показывают, все нахваливают. Просто супер кушон, просто это идеальное тональное средство. Это лучшее, что вообще придумало человечество. В общем, я думаю, хрен с вами, я закажу. Уговорили, только хватит мне это через каждый ролик показывать. В общем, в этих роликах реально показывали, что это супер-пупер средство, но когда я зашла на Wildberries и увидела цену, мне показалось, что это просто какая-то китайская хрень с какого-нибудь китайского рынка, потому что разбег цены там был от 80 до 200 рублей. Вот этот я, по-моему, купила за 100 с чем-то, врать не буду, я уже не помню, ну, за 100 с чем-то. Я думаю, ну как за 100 с чем-то рублей это может быть каким-то офигенным средством и лучшим изобретением человечества. Но заказала, заказала. И вот, ну, решила просто сама проверить. Ну, в общем, я решила все-таки протестировать, чтобы убедиться уже. Ну, почему-то я говорю, мне кажется, что это просто какая-то китайская подделка. Я не знаю, кто кого там подделывает, но просто я помню, что раньше на рынках, в начале нулевых, на рынках продавали китайскую косметику. Ну, и когда вот не было еще каких-то известных брендов, то просто покупали эту косметику на рынках, и всех все устраивало. Хотя потом аллергия, помню, у многих была страшная. Так, ну вот, в общем, вот такая вот поролонка идет. Вот такая поролонка в мешочке. Потому что качество исполнения обычно дешевый пластик. Вот так это поворачивается и снимается вот эта вот
Это еще поддеть надо. Ой, почему-то оно тут... Почему-то оно выглядит тут вот так вот. Может, я случайно уже нажала. Ну, вот я по цвету вижу, что... И по запаху. Вот я помню, у бабушки у моей была косметика. Я не знаю, с каких годов. Но и она пахла. Пахла так же. Я не знаю, но мне почему-то страшно это пробовать. Да, и по цвету. Там, кстати, писали, что по цвету. И, по-моему, у продавца там тоже написано, что для всех типов. Я уже по этому поводу говорила. Для любого тона лица, что я в эту хрень тоже не верю. И мало средств, реально, которые подстраиваются. И это, по-моему, не тот случай. Ну, давайте попробуем. Как там, я даже так вот. Да, вот так вот берешь и отпечатываешь. Оп. Прям там нахваливали, что оно супер легкое, абсолютно невесомое, не ощущается. Нет, это явно не мой оттенок, потому что я белая, хрень это желтая. И знаете, еще у меня какое чувство, что оно прям дико масляное. Я с чем это сравнить, даже не знаю. Я, наверное, сравню это с балетом. Угу. Помню, в балете, я последний раз, правда, его балет открывала, в году, наверное, 2005. Если не раньше. И вот я помню, когда открываешь вот этот жестяной тюбик, и там сначала масло какое-то выливается, а потом уже сам тональник. Это когда он полежит, наверное. Я не знаю, я у мамы брала. И вот тут тоже какое-то масляное... Это масляная основа, что ли? Слушайте, ну я не знаю, я сейчас накрашена, и надо потом будет нормально протестировать, но мне не нравится, что там реально какое-то вот очень тяжелое масло, и нифига оно не легкое, очень даже и ощущается. Прям вот. Эффект маски будет в любом случае. А так я потом протестирую. Еще к Новому году. Этому уже мы совместно с мужем. У мужа какие-то шарики за ролики в этом году зашли. И мы просто 3 дня, не переставая, шопимся. Я не знаю даже, как обо всем смочь рассказать в одном видео, это будет нескольких, короче. Но я уже говорила, да, что у меня день рождения сразу после Нового года, естественно, это большая проблема для мужа, что мне дарить. И, в общем, мы выбрали с ним подарок, о котором я расскажу позже. И тут Остапа понесло просто, он давай и это, давай и то. Тем более у нас сейчас будет переделка нашей кухни. Об этом я расскажу тоже чуть позже. Ну, в общем, у нас не было стульев. У нас есть диван, на котором мы сидим за столом. И говорит, давай стул. Стол. Он себе заказал стол для начала компьютерный. Говорит, надо стул, на чем сидеть. У нас ни одного стула.
А так как у нас стол компьютерный и кухня, это все находится в одном месте, он говорит, давай такие, чтобы и туда подходили, и за столом сидеть, и за компьютером. Я говорю, ну ладно, давай. Ну, он мне дал право выбора. Я говорю, мое желание, чтобы они были изумрудные. Почему-то меня в последнее время прям тянет на изумрудный, на зеленый такой. И вот мы, короче, с ним совместно выбрали. Сначала один стул он заказал себе для компьютера. Говорит, а чем мы как дураки с одним стулом? Давай два закажем. И заказали, в общем, один здесь сейчас стоит у ребенка в комнате, потому что ставить некуда просто. У нас еще стол вчера приехал, он в коробке до сих пор стоит. У нас сейчас идет переделка кухни. И вот один стол сейчас стоит в зале, если так можно назвать. А один вот сейчас пока к ребенку временно поставили. Так, ну я начну, наверное, показывать, что у нас тут творится на нашей будущей кухне. Муж вчера заложил окно. Вот здесь у нас было окно. Это вообще у нас бывший туалет. Есть видео, как мы делали наш новый туалет, да? Вон та часть, там комната ребенка, тут санузел. Это все заново построено. Вот. А здесь раньше тоже был санузел, полная раковина посуды, потому что вот из-за этих ремонтов, переделок я уже несколько дней не могу помыть посуду. Вот. Вот здесь было маленькое окошко, и муж заложил. На этом месте у нас будет вытяжка. Вытяжку мы уже купили. И вот здесь надо определиться с полами, поставить сюда гарнитур. Вот. И что-то сделать с вот этим проемом, как-то его облагородить. В общем, потихоньку наводим красоту. Так, ну повезли мы Монечку на операцию. Наконец-то. Нам уже два раза переносили прием, и вот сегодня наконец-то сказали, приезжайте. Что, погода такая паршивая. Дожди льют. Дело к Новому году, у нас дожди. Ощущения от Нового года вообще нет.